Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Missile RPG. Так, и что у нас тут такое? Показывают какую-то войнушку, видимо. Ладно. Ё-моё, это что я должен делать? Вау. Это что за шитики? Эй, тихо, родные, успокойтесь, пожалуйста. Я должен уничтожить вот этот вот телепорт. Окей. Слушай, а мне нужно постоянно кликать, ёлки-палки, я думал. Так, улучши свою пушку минералами. Окей, улучшил. Ядрёно, вошь, а тут что, еще можно устанавливать что-то? Ладно, предположим, я улучшил. Ну вот, уже получше стал бомбить. В разы лучше, давай дальше продолжать уничтожать этот телепорт никчемный. Музыка еще такая прикольная. Забористая. Эй, хорош, это второй телепорт появился. Жалко, я не могу вот нажать на кнопку, и чтобы летели эти снаряды сами. Мне постоянно приходится кликать. Ладно, будем кликать, пока палец не отсохнет. Все, да ёпарасоте. Будет тут передышка-то хоть какая-нибудь, а? У меня уже затекает палец, ребята. Так, тихо, уйди отсюда. Так, мне нужно убить 250 врагов. Кто это? Что это? Стимпак? А кто мне в задницу вколол стимпак? Ты видел? Только что было изображено. Так, что следующее? Ты можешь призвать пехотинца. Герой, ну давай. О, у меня есть маленький помощник. Вот такой вот он. Маленький, удаленький, с автоматиком бомбит потихонечку. Молодец, красавчик. Так, дальше продолжаем уничтожать. То есть это, я так понимаю, обучение, наверное, да, идет или что? Ничего пока сложного нету, но палец действительно, ребята, уже затекает у меня. Шестая стадия у нас. Давай бомбить. 84 врага я уничтожил, а нужно 250. Фух, нормуль. Чего он там написал? Эй, тихо. С коробками тут еще шитик вылетает какой-то никчемный. Захотел мне на голову сбросить. А что, вот это что такое? У меня всего лишь 3. А тут нужно 200-250. Тут добыча минералов, ресурсов каких-то непонятных пока для меня. Ладно. Пока не будем, ребята, забивать голову всякой ерундой. Воу. Собираем, да, мы собираем с вами вот эти вот пробирочки. Оп, опять мне в задницу вкололи стимпак. Выбиваем портал. О, мне кажется, мы стали как-то намного сильнее бомбить по этому порталу. Да, ты чувствуешь, как он быстро... Ой, это босс, друзья мои. Какой-то генерал. Ой, да подожди. Так я же не... Эй! Он, друзья мои, подходит. У него еще здоровье дофигища. Как его бомбить? Друже, помоги, пожалуйста. Как? Он сейчас, наверное, придет и просто бомбанет меня, и все. И мне будет плохо. Мне будет очень плохо. Он просто взял и прошел. А как? Как я должен? Может быть, как-то можно здесь улучшить? 2 ДПСа. О! А вот у меня гемы. 391 гемчик. Я могу за 5000 призвать турель какую-то. Остальное мне пока недоступно. Закрыто, пишут. Это понятно. Ой! Зачем я так сделал? Зачем я сразу призвал босса? Друзья мои, о-хо-хо. Дай стимпак, пожалуйста. Там до стимпака совсем немножко осталось. Видите, наверху желтая полосочка купится. И сейчас мне вколят стимпак, и я его должен буду разобрать. Ну! Давай! Просто ты, ну! Давай, родной мой, ну дожми, ты, говорю ты! Ох-хо-хо-хо-хо. А как же тогда мне быть, друзья мои? Ну-ка, может быть, я могу здесь что-нибудь улучшить? Апгрейд. Да, конечно, давай улучшим дамаг. Еще. И вот так вот до бесконечности, сколько сможем. Ну, пускай только высунется теперь, а? Ну, где ты там, шитик? Выходи, я тебя сейчас быстренько уничтожу. Давай, я тебя жду. Пока не хочет выходить. Я могу, ребят, вот сюда кликнуть, и босс сразу появится. Но мне нужно немножко набить себе гемов. Так, что ты? Ух ты! Оу! Ну не вовремя! Надо было... Прикинь! Вау!
бомбардировка такая тут была сейчас. Так, что там? Коллекционный приз. Что? Отлично. Йоу, ракета Патриот. Фейсхагер какой-то. Коллекция. Так. И что? И что это? Экипировать. Вот такие были у меня ракеты, вот такие вот у меня станут. А я могу вот этого еще? Нет, не могу. Почему-то. Ну, не могу понять. Выбрал же, да? Можно улучшить, но не хватает камней определенных. Ага, периодически вылетают у меня вот такие вот ракеты. Так, сейчас я чувствую, уже вылетит босс у нас по ходу дела. Нет? А, мне просят, кликни. Все, я понял теперь. Мне говорят, нажми сюда, чтобы вышел босс. Ну? Вот, совсем другое дело. Смотри, смотри. Мне еще и стимпак вкололи. Есть! Что? Прямо так вот сразу с лету? Без передышки, как говорится. Я на это не подписывался, ребят. Ну что за дела такие, а? Ну, телепорты сам видишь, да? Пока еще такие, ну, никчемные. Уничтожаем легко, причем у меня довольно... Что? Используй бустер. Йоу, просто. Вот теперь он, ребята, стреляет сам. Вот теперь он сам бомбит. Я даже ничего не делаю. Вообще, даже не кликаю, ребят. А, так идет время у нас. Ладно. Ох, ничего себе. Так, это кто такой? Это босс? Да, босс 20-й стадии миссии. Да ты не дойдешь, Шитик, успокойся, пожалуйста. Ну, куда ты прешь? Ну, ну что ты, ну. Все, друзья мои. 21-я миссия у нас идет с вами. Умри, умри, умри! Чувак там орет. Что еще? Я могу призвать себе в помощь вот такую маленькую турелечку, которая там сзади что-то. Она даже ничего не делает. Что-то просто прыгает и все. Я ведь могу? Нет, ребят, я не могу это отменить. Так, что у нас тут опять в коллекции досталось, я так не понял. Пробирочки, сколько у меня пробирок-то? Я даже... Тихо, куда летишь? Золотой голем? За видосик? Давай глянем. И? Ну где этот голем-то? Что там сейчас появилось? Даже не успел разглядеть. Босс! Очередной, ребята, босс идет с какими-то морковками. За спиной. Эй-эй-эй-эй-эй, главное не подпустить его. Стимпак вкололи, отлично. Все. Так, а что вот здесь вот такое? Ага, не надо мне это. Блин, я не могу, ребята, отменить. А когда кончится у меня вот такая вот автострельба, что дальше будет? Не знаю. А ракеты могу... Во, экипировать. Прикинь. А ну-ка посмотрим. Да, эти в разы лучше. Давай, конечно... То есть у меня получается три вида снарядов, да, теперь? Окей. Я ведь могу еще улучшить свэп-лаунчер. Офигеть. А как вот эти штуки, наверное, нужно находить, судя по всему. Так, на стадии 250 мы откроем с вами дропорт. Офигеть. Так, улучшаем. Вау. Так, аренсайт, газ-компрессор и оро-детектор. Так, все минералы плюс 3%. Это, я так понимаю, добыча идет, да? И это тоже прокачивается или нет? Нет, не прокачивается, ребята. Поехали дальше. Понятно, нет минералов, закончилось. Ладушки. Там сколько? Минута всего, ребята, у нас осталось до автоматической стрельбы. Босс идет. Убить трех боссов. Это будет у меня следующая коллекция. Так, мы с тобой пробирки... А что это такое? На 300-й стадии откроется какая-то карта. Ладно. А могу я здесь... Что нужно? 90 тысяч. Ого. А, он дает ДПС нам. Спайдер-танк, то есть танк-паук. Надо этого малыша немножечко. Можно еще... Если у тебя вот таких вот будет много кристаллов, можно что-то повышать. Например, дамаг разного вида. Окей, давай будем смотреть, что нам дальше с вами откроется.
Пока все довольно легко и просто. Termination begin. Ой, у меня хотя бы палец отдохнет. О, как он стимпак получает, ребят, он так лупит. С такой скоростью. Так, тихо, это что за противный босяра бежит на меня. Пират какой-то, да? А, дуплился, роднулечка. Ой, ребят, 30 секунд остались. У нас последний с вами. Так, коллекцию получил. Правда, я не вижу никакой коллекции, чтобы мне что-то давало. Так, ну что ты там летишь, шитик? Один уран заработал я. Окей. Время подходит к концу. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас у нас будет что? Ручное управление, да, друзья мои, скорее всего. Ну, посмотрим. Да, теперь будь добр, стреляй сам. У меня выбора нету, опять у меня палец весь будет опухать. Какие-то кактусы на меня тут лезут. А что нужно сделать, чтобы ее активировать? Посмотреть видосик. А без видосика никак? Я не могу найти себе какой-нибудь такой буст, чтобы он сам... Так, коллекция у нас. Уран, 5 штук получил. А куда это все применяется? Уран и так далее. Там древесина какая-то бежит на меня. Монстры, конечно, какие-то смешные тут. Так, можно что-то... Тихо, подожди, не сюда. Вот здесь вот. Что-то мы можем с тобой сделать. А что? Апгрейдить. Так. Окей, давай улучшим. Все, конец минералам. Ё-моё, 100 гетов каких-то набираешь, и ты сможешь тут... Обалдеть, что сделать. Пока у меня базовый гранатомет. Понимаешь, а его можно будет еще улучшить, ты представляешь? Улучшить свой гранатомет со временем можно. А здесь нужно 90 тысяч. В принципе, это реально. Насобирать 90 тысяч. Ничего сложного нету. Главное уничтожать побольше противников и, соответственно, не дать им пройти. Это своего рода кликер-игра. Но только тут не надо что-то особо запариваться. Просто бомбишь. Этого босса мы уже с тобой, кстати, видели. С морковкой идет, да? Все дела, ну, где там этот снимпак, он подходит? Нет, не успеет он подойти, разбомбили мы его. Так, какие-то новые монстрики на нас побежали. Ох, кубышки бегут. Слушай, в принципе, уже даже неплохо у нас идет накопление с тобой. Бриллиантов или как так? Take it, 570 минералов получил. 75-я стадия. Слушай, ну таким макаром, если тут уже 75-я стадия, то я до 200-й долечу. Ну, за сколько там? За 5 минут игры, наверное, да? Окей. Давай бомбить. Ну вот этот чудик, конечно, с автоматиком мне вообще прикалывает. Он вообще хоть... тихо-тихо, это что за шаман тут еще... В неприличном виде, в халате в каком-то, я не знаю, в полотенце обвязано вышло. Эй! Не-не-не-не-не-не-не-не-не, не пройдешь, гаденыш, не пройдешь, не должен пройти. Ну-ну-ну, дожмите, дожмите его. Малыш, бомби! Ух! Че, новый скилл? Да неужели? Новый скилл, ребят, какая-то ракета. Можно применить ее. А, ты смотри, внизу сколько скиллов. Я только сейчас на это обратил внимание. Или они только сейчас появились. Так, о, новый чудик. В плане. Блин. То есть, минус 50 гемов, да, ты получишь 17 тысяч там минералов. Будь добр, типа, купи, да? У меня 522. Я могу себе позволить, ну, вот этот вот. Это максимум. Давай посмотрим. Так. Оу. Advanced Bullet. Курочка. Ядерный вест какой-то. Что это? Куда это? Куда это все? Так, ракеты, мне говорят, можно поменять. Так, давай посмотрим. 20% на воздушный урон, 2%. А что из них лучше? Курочка. Тоже стрелять могу курицей, что ли? Да ладно. Блин. Так, можно вот это вот отменить?
убрать вот, вот эти вот ракеты? Нет, нельзя? Я хочу вот эту вот взять. А, вот, замена, да? Хорошо, замена. Вот, вот сюда поставим. И, не знаю, может быть попробовать вот этот вот золотой снаряд экипировать. Куда его, вместо чего? Вот сюда, наверное, да? Вот так вот мы с тобой сделаем. Ну смотри, видишь, тут это темное, это, видимо, обычное. Вот это уже средний. Да, вот мне кажется, лучше вот это поставить вместо золотого снаряда. Давай вот так вот сделаем. Ух, друзья мои. Не знаю, посмотрим. Бросаемся. Просто едой. Просто едой, ребята. Не, ну там еще ракеты, конечно, есть у нас. Так, что они опять мне пишут-то? А, улучшить можно. Ну давай улучшим вот это вот. Так, ага. Повысили. Что, еще могу что-то улучшить, нет? Больше я ничего не могу. Что они мне показывают здесь тогда? Может быть, другие типа ракеты ты можешь себе менять, улучшить? Не знаю, ребят, у меня еще есть вот этот вот воздушная атака, скилл. Я его еще пока не использовал. Можно будет попробовать, посмотреть, что он делает. То есть мне на кнопку просто можно нажимать, не обязательно наводить вот сюда, да? Он сам стреляет, окей. Босс, дай проверю. Не, ты видел? Эй, такая ракета вылетела, просто сдула его к ядре нефиги этого босса. Так, коллекцию я получил какую-то. Что у нас тут выпадет? Оу, буст буллет какой-то. Это, видимо, скорее всего, ускорение для ракет. Нет, ребят, это ракета. Уровни прокачиваем, ну ты видишь, да? Давай вот так вот сделаем апгрейд. То есть уровень 2. Этот первого уровня, а этот тоже второго уровня. Максимальная прокачка, я так понимаю, здесь... Подожди-ка. 2 из 2. 1 из 3. 5 из 3. Пока не знаю, ребята, что это означает. Посмотрим. Но я знаю, что 90 тысяч мы с тобой набираем гемов. У нас... Оу, ничего себе, мне там вкололи. Супер какой-то буст. Смотри, какие у меня эти снаряды. Больше, чем я сам. Больше, чем моя пушка даже. Оу, и так медленно сразу начало бомбить. Ого. Какие-то гусеницы всякие разные тут ползут на меня. Давай, 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 давай. Пробиваем. Catch Fairy. А, уничтожить летающих юнитов? Так их тут мало. Даже не уничтожить, а, наверное, понять. О, босс. Босс, ребята. О, ну, поднажали. Он пройдет, он пройдет. Стимпак врубил. Стимпак, это хорошо, но... Он подходит. Не хватит у меня вообще. Малыш, помогай, ну. Давай. Палец мой отсох сейчас, ну. Ах ты паршивец. Он все-таки меня снес, ребят. А что вот это такое? Не знаю, что это означает. Блин, надо улучшать ракеты, мне кажется. Надо улучшать. Давай-ка вот это вот. А, это же за гемы улучшается, да? Все за гемы. А что у нас? А, базука наша может прокачиваться. А 250-я стадия нужна. Так, апгрейд 16 миллионов, чтобы улучшить большую ракету. Ух ты. Лаунч дамаг. Давай вот это с собой мы установим. 8%, да? Давай дальше прокачиваем. Все, закончилось. Понятно, погнали. Надо... Так, вызываем босса, вызываем босса. Поехали. Слушай, ну уже лучше. Уже смотри. Бомбим как. Совсем-совсем неплохо. Он не подойдет. Он не подойдет, я его уничтожу. Это я тебе точно гарантирую. Просто-напросто. Да твали ты. Это босс сотого уровня был. Подземелье? Время посетить... А, время уничтожить подземелье. Ёлки-палки. Это кто такой-то? Что это за акуленок? Ой! А, я понял, друзья мои. Внизу время, за которое я должен его одолеть. Обалдеть. Я пока... Оп! Он кого-то слопал там. О, слушай, неплохой приз. Принять все. Слушай, босса-то я в подземелье ушатал, причем на изи. Но он, правда, кого-то съел. Он языком там, оп, и схавал кого-то. Ведь так было дело, ребят. Так, подожди-ка, что такое? Данжон. О, мне предлагают...
Ё-моё. И самый главный тут стоит. Хм. Забавно. Тут какое-то кладбище, что ли? Давай посмотрим с тобой. А это что такое? Хм. Какой-то новый босс. Давай проверим. О, друзья мои. Куда я? Какой-то червяк гигантский. Не-не, ну тут понятно. Тут никак. Он сейчас нас сметет. Просто сейчас сдует. Ты посмотри, посмотри. Просто размазал нас. Камбэк. Конечно, камбэк, ё-моё. Я же не знал, что там будет вот такой вот чудик. Мощный. Так, дай-ка сюда. Что там у тебя? Минералы големов. Ой, смотри-ка, действительно, какие-то големы тут у нас пошли. А что вот здесь моргает? Ага. Музей. Достижение. Вот, ребят. Можно же тут собирать, оказывается. Отлично. Хоть немножко себе вот этих штучек поднакопим, да? О! Разживусь маленечко, так сколько. А, тут еще музей есть. А в музее что? А, в музее мы с вами должны собирать сеты. Если мы с вами собираем полностью комплект, видимо, у нас будет тут супер-пупер офигенный. Какая прибавка к атаке, к мощам. Слушай, а язык есть русский? Не, нету. Только английский, корейский, китайский и так далее. А что я тут не добрал? Я же вроде все открыл. Что? Что мне нравится? А, нет. Не все, друзья мои. Так, вот здесь тоже забираем. Пока все, да? Ну, у меня 511 гемов. Я могу улучшить себе, в принципе, ребята, ракеты. Ага, ракеты. Апгрейд. А почему? Что значит? Что значит не могу? А-а-а, вот оно что. Когда у тебя будет три ракеты, ты можешь улучшить. Вот, например, курочку я могу улучшить. Понял я, как это работает. То есть еще набираю три курицы. Следующий уровень. Три вот здесь вот, три вот эти вот, три снаряда и еще улучшаем. И также касается этих ракет. Вот оно как работает. Допетрил. Допетрил. Давай тогда бомбить дальше. Ой, босс, ты посмотри, как я его разбираю. Хи! Сынуля, иди отсюда. Шнобель тут ходит, бегает мне. Слушай, ну внизу посмотри, сколько тут еще будет скиллов всяких. Как их выучить-то? Сундук у меня какой-то созрел. О! Кулак. Ё-моё, квадронайк. Так, погоди секунду. Квадронайк еще лучше даже, походу, дела. Давай экипируй вместо курочки. Я надеюсь, что... Ну, получается, вот синие, это же лучше, чем серые. Потому что... Бесцветные это вообще обычные, да? Потом идут как бы, ну, более-менее продвинутые. А уже синие это еще продвинутые. Значит, тут, наверное, будут и фиолетовые раритетки, и эпические снаряды, и легендарные. Ну, по идее, должно быть так. Верно, друзья мои? Так, это у нас, что, на 300-й стадии откроется карта. Вот это вот что у нас? Где? У меня 80 штук, максимально можно 999. За 80 штук я здесь ничего не открою. Ну, тут смотрите тут. Костяной какой-то крейт. Костяной сундук, да? Золотой сундук. А, рандомный. Три портала каких-то. Минералы стопроцентные на 2 часа добычи. 7 леса. Кулдаун по скиллам 50% на 1 час. Хм. Нормуль. Ладно, хорошо, давай. Сколько там нужно нам накопить на следующий, вот я уже забыл. А, 90к. Фу, 90к, сейчас накопим, друзья мои. У нас уже 80 есть в кармане. Сейчас быстренько собираем. Давай, паршивцев этих уничтожаем всех. Но мне нужен кэтч-фейри, летающий вот этот партизан, который тут шмонает. Но он почему-то редко очень появляется, чтобы у него забрать ящики и сделать себе достижение. Ай, босс, ой. Тихо. Хорошо, что он медленно идет. Давай, стимпак. Вовремя ты мне там вколол в пердельник стимпак. Отлично, разобрался. Что, накопил, да? Накопил я, друзья мои. Открываем.
Где этот дрон? Вон он, наверху. Вопрос следующий. Могу ли я вообще прокачивать этих дронов и так далее и тому подобное? Конечно, могу. Ой, а тут еще открылся новый, ребят. 2 миллиона 430 тысяч набираем, у нас появляется чувак. Причем с ружбайкой, с дробовиком, типа. Так, это, смотри, воздушный дрон, это типа танк. Давай, наверное, мы с тобой. Так, что такое промоушен? Оу, ДПС поднимаем. Подожди, а... это общий? А, у нас звание, смотри-ка, тут увеличивается. Давай прокачаем, наверное, вот так вот сделаем. Маленечко, ребят, маленечко. Всего лишь по чуть-чуточке. Давай дальше бомбить. Так. Вот, еще один появился. Что? А, вот оно что. Блин, ну тут, конечно, вообще жесть. Просто жесть какая-то тут происходит. Ой, ой, опять ты тут пришел. Эй! Давай. Что-то я на расслабоне, ребят, на расслаб... А что вот это такое? Могу я как-то сделать? Иди-ка ты, козе, в трещину. Вот так вот. Уничтожил, ребят. То есть, если ты сюда нажимаешь и применяешь минус соточка вот этих вот урановых гемов, у тебя откатываются скиллы. Понял, да? Вот так оно работает. Сейчас мне стимпак в задницу вколет. Окей. Погнали. А вот эту штуку я не могу больше, да, активировать? Только за видосик. Ну, в принципе, ребят, можно и за видосик активировать, да? Мы же ничего не теряем. Единственное, что я-то все равно это вырежу. Видосик этот. Его никто не увидит. Сейчас, пожалуй, мы так с тобой и сделаем. Сейчас мы с тобой так и сделаем. Давай посмотрим. И насколько... О, еще на 3 минуты. Ух, шикарно. Вот только смогу ли я подбить этого босса? В принципе, должны. А я пока буду заниматься своими делами. Например, смотреть, что и где я могу улучшить. Пока здесь ничего. Давай. Порвали. Видишь, тут еще у нас что-то будет открываться. А это что? Это магазин. Это магазин, друзья мои. Ресурсы. Сундуки. И уран. Окей. Дай-ка я вот здесь вот, наверное, улучшу. Этот вообще, малыш, по ДПСу, конечно, он отстает. Самый ватный, мне кажется. Ладно, бомбим. 3 минутки у нас с вами есть, даже 2,5. Побомбить их. Мы же также забыли про свой этот гранатомет, который тоже надо улучшать. Ну тут вот прикольно, какая-то монетка. Так, тихо, иди сюда. Вот. Босс! Явился, не запылился. Ну, на автобой прям благодать какая-то играть, если честно. Вот, бомбит сам, посмотри. Тихо, не подходи. Противный со своей морковкой тут идет. На-ка. Големы какие-то уже пошли. Так, посмотрим давай здесь. 250 уровень нужен. Тут 16 миллионов, чтобы улучшить большую прекрасную ракету. 1 миллион, и мы с тобой... Вот оно как открывается. Вот они, скиллы как открываются. Ну офигеть, 16 лямов нужно для того, чтобы... Нет, я улучшу себе. Как быстро стали тратиться у нас деньги, друзья мои. Точнее, гемы. Ну, будем называть их деньгами. Очень быстро тратятся. Смотри, как мы вжариваем. 250-я миссия нам нужна, да? Для того, чтобы открыть там что-то новенькое. Я представляю, ты, чувак, там не опупел ли с этой базукой стоять бомбить? О, босс явился. Так, стимпак, вкалите, пожалуйста, мне в задницу стимпак. Я хочу бомбануть их. Но. А, и так разобрались с ним. Вау, вот это вообще обожаю, ребят, как бомбическая сила. Крутая. И подземелье мне хотелось бы посмотреть. Вот знаешь, что меня интересует? Вот почему вот здесь вот отсчет идет? Для чего? Сейчас ракета куда-то полетит? Или в чем проблема будет? Мы же как бы запустили старт, да? Она, наверное, сейчас улетит куда-нибудь. Или нас, наоборот, туда впустят.
Так, 21 секунда, ладно, еще посмотрим. Где-то, когда останется секунд 5-10, мы заглянем с тобой туда и посмотрим, что же там произойдет. Так. Стимпак вкалывай. Сейчас босс будет через уровень, вот он. Жалко без стимпака, но все равно нормуль. Разберем, разберем. Должны. Обязаны, блин. Нет, стимпак сработал, да. Ну. Есть. Но это было тяжело. Так, смотри, ребят. Что-то мне здесь. Апгрейд. Что? Это мы. А, это мы покупаем с вами. Это мы приобрели с вами станцию. Ёлки-палки, космическую. Все, я понял. Так, а вот это у нас. Это тот босс. Смотри, если мы его проходим, да, нам в коллекцию достается какое-то здание. Плюс, ну, гемы и золотой сундук. Но его пройти, блин, я не знаю. Пока мне как-то не представляется. Зачем я нажал? Зачем я нажал, блин? Хотя, погоди-ка. Давай. Стимпак. Ну, прожимаем. Изи. Ой. Какое там, блин. Я не знал, что он состоит из кучи пластин. Меня обманули, друзья мои. Блин, ты понял, да? Он состоит из пластин. То есть... каждую пластину я уничтожаю отдельно. А что такое? А, закончилось, ё-моё. Я думаю, что за дела-то? Закончился у меня автобой. Конец моему веселью. Здравствует кликанье. А можно еще? Да, тут можно до 10 раз, ребята, можно биться на автобое. Две попытки я уже как бы потратил, да? Там еще остается немножко. Ух, да. Веселуха, ёлки-палки. Еще та. Ничего не могу сказать против. Ребят, уже 546, 560. Короче, у нас бабло с вами просто летит рекой. А нам нужно миллион, да, накопить, чтобы открыть новый скилл. Давай еще глянем рекламку, а? О, автобой еще, как говорится, на 3 минутки мы себе продлили. А вот это интересно, как прокачивать. А, вот оно как. Ну давай глянем. То есть идет у меня увеличение, да, по добыче именно вот этих вот гемов. Отлично, мне это нравится, устраивает вполне. Реклама, кстати, очень быстро проходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то. Я сомневаюсь в том, что мы сможем его подбить. И ракета у меня, да, в откате еще пока. Ну! Да ну, хорош, ну! Ну! Чуть-чуть не хватило, ты представляешь? Блин. Так, а может быть нам лучше вот здесь вот улучшить дамаг? Один лям, блин, я просто хотел лям заработать. Блин, давай заработаем все-таки миллион с тобой. Так, о, летающий фрейрок. Давай. Мы можем с тобой открыть. Слушай, прикинь. Давай вот этот вот сундук откроем с тобой. Инфекционный называется. И... ух ты. Это что такое? Сентипеды какой-то. Это снаряд, что ли, получается? Ой-ой-ой, что это? Что это, друзья мои? Оу, эпик. Эпик, ребята, фиол. Конечно. Экипирую вместо чего? Блин, я даже не знаю. Наверное, вот вместо этого еще и улучшить могу. Опачки. Окей. Вот этот снаряд тоже получается, да? Лучше, чем эти. Улучшаем. Четвертого уровня. Поехали, друзья мои, поехали. Вот. Так, босса вызываем, вызываем. Ну чё, все? Совсем другое дело. Совсем другое дело, ребят, смотрите. Он даже еще до половины не дошел, а мы его уже почти... да, мы его уничтожили. Еще один летун. Так, нам еще 4 летуна таких поймать, и все. О! Во! Мне предлагают, ребят, купить вот этот вот скилл. Что же он делает? На 30 секунд... на 30 секунд... что-то там не пойму я. Сейчас проверим. Давай.
И что? Не понял, если честно, что в чем суть вот этой монетки. Слушай, а если мы пойдем с тобой на червя, на босса, да, и попробуем использовать вот эту ракету? Мы уничтожим его полностью или только одну из его, как говорится, частей? Кстати, скоро, ребята, 200-я стадия. А на 200-й стадии ты прекрасно знаешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, тут что-то как-то кисло. Кисло-кисло, давай улучшим, улучшим. Что мы можем с тобой улучшить? А почему я не экипировал-то, ё-моё? Я же... Ой, дурень. Надо же было экипировать сразу же. Пробьем, должны успеть, родные мои. Ну, ну поднажмите, пожалуйста, с этих пушек там. Дроны, фигоны и... Да, наконец-то. Ух, мы справились с тобой. А что здесь-то мне показывают? Я не могу врубиться. Ракета, ну и что, что ракеты? Так, по подземелью. Я только первого босса не могу пройти. Нет, одного я прошел вот здесь вот, да? Вот я его уничтожил, да, смотри. И мне дали ракету. Уничтожу этот, мне дадут барак. Потом вот этот, мне дадут добычу минералов. И вот так вот. Тут какой-то у нас знак вопроса. Тут разные виды минералов будем добывать. Окей, окей. Так, что у нас здесь? Нам нужно 2 миллиона, ну 2,5 миллиона для того, чтобы открыть вот этого вот чудика интересного и веселого. Опять у нас почему-то здесь сбросилось все. Я же ведь А, вот, я прокачивал дрона, оказывается. Ё-моё. ДПС. Ну давай вот тут вот. Правда, честно говоря, я не особо увидел, чтобы он хорошо тут бомбил. Но 300-я стадия. Подожди, а где же я видел что-то, что нам откроется на 200-й стадии? Или 250-й? Не помню, ребят. Мне кажется, в нее можно играть вечно, понимаешь? Если когда у тебя есть ручной режим, я надеюсь, что он 10 попыток в день дается, а не 10 попыток на всю игру. Так, сколько мы с собой накопили вот этих пробирок? 132. Воу, я могу вот это купить. На 1 час, правда. Откат скиллов. Не будем пока тратить. Я не вижу в этом надобности. Так. Проблема, да, первая идет. Я вижу проблему. Я вижу проблему. Мне нужно прокачивать. О! Ё-моё, это что такое? Все юниты получают 4% к дамагу. Все минералы плюс 3 к добыче. Это крит дамаг 20%. Окей. А как же их, их можно же улучшать? Видишь, тут 1-1-1. Ну вот как? То есть, если мы с тобой соберем полностью вот здесь вот, да, все завалим, то у нас получится апгрейд базуки или как? Интересный вопрос, конечно, интересный. Оу. Блин, я обожаю под стимпаком. Ты посмотри, что он вытворяет. Просто божественно бомбит. Ну. Хе-хе-хе, не дошел, хрюндель. Иди сюда. Так, нам еще осталось 3 летунов поймать. Ай, кончилось, кончилось, ребята. Автобитва у меня. Так, что это тут такое? Вот это, что такое? Че за чудик? Используй спидпэк, чтобы наносить удвоенную скорость на 3 минуты. Бестофер. А, бестофер это покупать? Ой, ё-моё. Ну, ценник-то, конечно, тут заоблачный, если честно. А можно за рекламу? И что я получил? Я не могу понять. Тут еще можно... Так а что же я за 3 минуты это сделал? Я не понял. Я использовал и что? Что мне это дало? Абсолютно ничего, друзья мои. Ну уже почти 1,5 миллиона мы накопили с тобой, представляешь? 1,5 миллиона. Так, я думаю, знаешь что? Наверное, мы посмотрим. Я уже запарился эти рекламы смотреть. Просто, ну, привыкаешь быстро к автоматическому режиму, да, когда тебе не надо кликать, но на самом деле очень много тут кликать надо, и ты как бы подустаешь маленько, и причем ты не можешь сосредоточиться. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Его, конечно, лучше бы... Нет, тут он
Эй, летуна хотя бы поймаю. Хотя бы летуна поймал, успел. Но я тебе, знаешь, что могу сказать? Вот эта вот турель, вот эта вот турель, она очень серьезный дамаг наносит. Дай гляну я все-таки. О, совсем, совсем другом. Максимальный урон. Так, босса можем призвать. Но должны разобрать, сейчас стимпак еще вколят. Офигеть, скорость. Чуешь, сдуло. Босса просто сдуло. Ребята, что-то мне подсказывает, что я могу. Погоди-ка. А, во. Во. Шитик стоит такой мелкий. Так, а что у нас там еще будет что-нибудь? Оу, минометка потом будет. Прикол. Блин, мне даже уходить не хочется, ребят. Ну, надо, надо заканчивать. И там можно вечно в нее играть, на самом деле. Так, тихо, еще один летающий. Так, что мне там? Сразу стимпак вкололи, да? Офигеть. Жестко, жестко мы тут всех рвем просто. Вообще, на ура. Тут, ну, по-другому не скажешь. Причем это так все, знаешь, ненавязчиво, не напрягает. Когда, особенно на автобое, когда не надо кликать самому. Обалдеть. Классно. Нам нужно с тобой так раскачаться, чтобы завалить ту большую гусеницу, которая ползает, которая хочет нас уничтожить. Она, в принципе, не то, что хочет, а она и уничтожает нас. У нас тут, видишь, коллекция с тобой появилась. Что-то мы выполнили. Соответственно, мы забираем с тобой эти гемчики, рубинчики. Так. А там 300-я стадия, да, нужна, чтобы открыть вот эту вот карту. Не знаю, что на этой карте, конечно. Хотелось бы узнать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, босс-то смотри, какой сильный, а, смотри. Стимпак, успей вколоть! А, это мало мне помогло. Раздавили. Ну что, дорогие друзья, тогда на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Так, тихо. Ну лети ты сюда. Е-е-е, коллекцию получили. Обычный какой-то деревянный никчемный ящик. Канкерворм, какой-то червяк у нас тут. Это, видимо, снаряд новый, да? Ну-ка, давай посмотрим. Нет, ребята, а, да, снаряд. Ну, это из разряда начинающих снарядников. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.